Отправленный в отставку испанским правительством Карлес Пучдемон призвал каталонцев к демократическому сопротивлению Мадриду. По словам экс-главы Каталонии, он и его единомышленники продолжают мирную борьбу за независимость автономии. Также Пучдемон осудил решение испанского правительства о введении прямого правления в Каталонии. Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о роспуске каталонского парламента и применении статьи 155 Конституции о прямом управлении Мадрида в автономии. Такое решение правительство Испании приняло после объявления Каталонии независимости. Нам необходимо терпение, настойчивость и видение перспективы. Поэтому я уверен, что сейчас наилучший метод борьбы – это демократическое противостояние, применение в статье 155, являющейся воплощением преднамеренной агрессии против воли каталонцев, большинство которых в течение многих лет видели Каталонию как независимую страну.